Молодец. Ну, здесь на хорошие опушники, которые все это стараются нам успеть показать. Вот она. Вот, смотрим за работой. Ах ты. Она высокой ростом. Держись, лапка. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Сальто вперед, согнувшись. Нормально. Ах ты, надо до стоечки дотянуть было. Хорошо. И соскок стоять. Умница. Молодец. Умница. Вот у Разова Владислава. Маховая вперед, как хорошо. Но эта работа кошачья, у нее особенная, особенная кошачья работа. Форма работы. Что я под этим имею в виду? Мягкость, цепкость, вот прям эластичность, вот все это. И годится. Пластичность. Это все у Разова. Ну а ее действительно отличает прям работа вся. Вот даже вот этот маленький винтик ногами я бы еще немножко обыграла. Давай, лапонька. Вот эта серия прыжковая. Прыжок был в шпагат, и потом небольшой прыжок. Еще специальные требования. Обязательно надо поворот. Она, очевидно, уже проделала, я не помню. Ну и теперь соскок, очевидно. Соскок так. Готово. Приземление сложное. И заступ. Сильно, конечно, да, глубоко так получилось. Повороты просто восхитительные. В ее исполнении прям королевским смотрится этот поворот. Вроде бы смотришь на, да, других гимнасток, конечно, никого обидеть мы не хотим, безусловно, но по-разному вот они прям выполняют. Прям попытки как бы по сравнению с ним. Потом смотришь на Уразову и думаешь, а что, действительно так сложно делать этот поворот? Ай-яй-яй! Не хватило как будто сил физически, конечно, приземлиться. Это первая причина. Вперед. Именно в этом весь. Она аж прям на слабых ногах аж споткнулась и упала.